Он вырос в детдоме, потому что пьяная мама бросила сына. Он стал жестоким, помнил все обиды, потому что нянечка била. Он воровать научился с детства и пил с друзьями в притоне. А когда закрыли и статью пришили, через год повесился в зоне. Доме, потому что пьяная мама бросила сына. Он стал жестоким, помнил все обиды, потому что нянечка била. Он воровать научился с детства и пил с друзьями в притоне. А когда закрыли и статью пришили, через год повесился в зоне. Он бы мог не висеть и в гробу не лежать. Он бы мог песни петь и на воле гулять. Если б к Богу пришел, был бы Богом храним, то бы счастье нашел и навеки был с ним, то бы счастье нашел и навеки был с ним. Было б все не так, если б только мамка не била и детей любила, если б та другая воспиталка, нянька не лупила, а вдоволь кормила, если бы он так не страдал по воле и девчонка не изменила. Если б не кололся и менты не били, то бы все по-другому было. Он бы мог не висеть и в гробу не лежать. Он бы мог песни петь и на поле гулять. Если б к Богу пришел, был бы Богом храним, то бы счастье нашел и навеки был с ним. То бы счастье нашел и навеки был с ним. Сам в этих всех страданиях обратился сердцем к Иисусу, то получил бы грехов прощение и спас свою грешную душу. Тогда бы Бог у дьявола вырвал власть над его судьбою. Тогда бы жизнь он прожил счастливо и в небо попал святое. Да-да-да-да-да-да. Да-д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 а